Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие поклонники российского футбола. Добро пожаловать в Краснодар на легендарный стадион, где сегодня в рамках Лион второй лиги дивизиона А «Золото» пройдет матч 14-го тура. Местная команда «Кубань» принимает «Велес». Все готово к началу этого матча. Газон в прекрасном состоянии, в Краснодаре вечереет, и мы начинаем. «Лион», вторая лига, дивизион А, «Золото», «Кубань», «Краснодар», «Велес», «Домодедово». Поехали! У него дела обстоят нынче совершенно иначе. А вот, конечно же, Молчанов сумел что-то сотворить невероятное. Очень опасный перехват, проникновение в штрафную. Это удар опасно! И браво, браво Нестеренко, потому что мы видели, что изначально Нестеренко гадал и думал, что будет прострел. Пока, наверное, Шубин один из ярких футболистов по ходу 20 сыгранных минут в составе «Велеса», это точно. Он один, кто будет мерцать в составе «Кубани». Вот неплохая атака. Провал в обороне. Что творится? Удар, рикошет. Опасно. Мяч в воротах 1-0. «Кубань» забивает. Да, с везением. Да, с рикошетом. Но это гол. И «Кубань» открывает счет, честно сказать, достаточно неожиданно. Вообще поразительно, как так оборона провалилась-то у «Велеса». Что произошло? Ну, вроде бы же все было банально. Это не какая-то сверхзвуковая контратака в исполнении «Кубани». Это вполне себе ползучая комбинационная позиционная атака, прошу прощения. Вот Песиков пошел в прессинг. Судя по всему, кстати, Песиков поменялся, да, флангами. Да, ушел направо. Еще один хороший может получиться момент. Это Темников внешней стороной стопы пытался крученым забить ворота Шитова. Не удалось. Твори, создавай. Делай добро, Песиков. Передача неплохая, здесь падение. И товарищ судья показывает, что подъем. Подъем, здесь я вам не поверю. Кто-нибудь откроется, ребят? Вот здесь подбор выиграли. Скидка была неплохая. Ой, какая классная передача на Песикова! 1-1! Нет, ну это образец идеальной атаки по меркам даже английской премьер-лиги. Это фантастика! Здесь даже двух слов связать не удалось, чтобы так оперативно мяч в ворота соперника вогнать. Вот это да! Вот это «Велес»! Какая красота! Хайлайт однозначно на века. Исаков красавчик, здорово, ой, прошу прощения, Ивакин очень здорово подстроился под этот мяч и вонзил его в левый нижний угол. Ну а в целом какая архитектурность. Такой, конечно, да, вот согласитесь, Насибов для левого вингера достаточно по антропометрии крупный, широкоплечий. Обычно в футболе вингеры юрки и такого среднего роста, небольшого даже порой, быстрые. Ну а Насибов, он скорее такой как немного таранного типа вингер. Махатадзе, скидка Осипова, удар капитана. Плотно пробивал Евгений Владиславович, но поворотом не попал. Для кого это была скидка, попробуй разбери. Очень сложно, еще и мяч скакал. Однако «Велес» в центре перехватывает. Удар с дальней дистанции. Хороший, плотный выстрел. Ну, правда, в центр ворот играл слева. Ну, изначально там был Песиков, потом сделали рокировку. Рейхман, Темников. Вот второй раз бьет по воротам створ. Петрунин подбирается к воротам. Это Конюхов. Ох, какая хорошая скидка. Шубин. Да, он прям выцеливал, вынашивал этот удар. По-прежнему безденежному очень тяжело. Но он терпит. Он, в принципе, уже 4 минуты пройдены. И все. Все. В итоге финальный свисток звучит от Александра Маюна. Заканчивается матч 14-го тура. «Лион», вторая лига, дивизион А, «Золото», «Кубань», «Велес», 1-1. Любите российский футбол. До новых встреч. Пока.